Звезда картины «Все умрут, а я останусь» Ольга Шувалова попала в больницу с тяжелым отравлением. Актриса находится в сознании, но утверждает, что она не хочет жить. По данным телеграм-каналов, актриса Ольга Шувалова, когда-то блиставшая в главной роли в фильме Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь», оказалась в одной из столичных больниц. В разговоре с врачами 37-летняя актриса призналась, что пыталась покончить с собой. Теперь врачи пытаются спасти ее жизнь. По какой причине Шувалова потеряла желание жить, не уточняется. Но некоторые телеграм-каналы все же пишут, что не первый раз Шувалова пыталась покончить с собой. Все из-за неразделенной любви. Стоит отметить, что в последние годы в ее биографии нет никаких ролей. В 2018 году, став мамой во второй раз, актриса сознательно отказалась от карьеры ради воспитания сына. По ее словам, первая дочь фактически росла на съемочной площадке, на руках у других людей, пока она работала. И повторение этого опыта Ольга не хотела. При этом долгое время Шувалова растила детей в одиночку, утверждая, что мужчины у нее нет. В настоящий момент старшая дочь актрисы уже отметила 17-летие и учится в США. Младший сын также ходит в школу. Ольга активно ведет социальные сети и занимается благотворительностью. Помогает приютам для бездомных животных, кормит людей, живущих на улице, в рамках благотворительных акций и даже имеет удостоверение волонтера. Она не раз говорила, что скучает по своей профессии и хотела бы вернуться в кино. Кроме того, в 2020 году Ольга Шувалова потеряла родного брата. Мужчина ушел из жизни внезапно, молодым. Это событие очень ее подкосило. Актриса признавалась, что даже спустя год после смерти не может прийти в себя. И накануне годовщины смерти брата впадает в тяжелую депрессию. На этом все, уважаемые зрители. До скорой встречи!